Весовая категория 64 килограмма, первый полуфинал, Ильвин Алиев, Роман Маркарян. Сейчас Алиев попал навстречу. Бой достаточно острый. Ребята здесь уже опытные для этого весового возраста, для своего. Эдуард Роман Маркарян, чемпион прошлогоднего чемпионата Украины среди юниоров, а Ильвин Алиев тоже чемпион Украины. Ну, по всей видимости, в другой весовой категории. Второй раунд. Маркарян пытается боксировать с дистанции.
вторым номером, но пропускает левый сбоку сейчас. Левый соперник. Опять правый проходит. Алиева. Эльвин работает первым номером, пытается теснить своего соперника. И навязывает обмен на средней дистанции. Сейчас кросс прошел. Право. Сейчас опять прошел удар от Алиева. Сейчас взаимный обмен и пропуск взаимный удар. Но Лив, конечно, в обмене на средней станции имеет преимущество. Маркаряну необходимо двигаться, а не заходить в углы. Но сейчас хорошо получилось на встречу. Сейчас опять Маркарян пропустил правый. Сейчас борьба. Борьба. Вон второй раунд окончен. Третий решающий раунд, заключительный. И самое интересное, что Алиев попадает с дистанции, там, где, по идее, должен Маркарян попадать. Открытая по спине. Это, конечно. Но сейчас обменялись ударами боксеры. Опять по затылку. По затылку бьет Алиев. Даже не попытается двойной левой ударить, чтобы подойти. Уже. Ой,
Да, идет обмен достаточно грязными ударами. Оба боксера не доворачивают руки. И, как говорится, бьют куда попало. Плюс клинч. И бой, к сожалению, не имеет зрелищности. Больше похож на драку. Сейчас Алиев проводит. Два удара проходят. Боковые справа. Сейчас в очередной раз открыта перчатка. Рефери уже так предупреждает серьезно боксера. Но нет абсолютно длинных атак, которые бы принесли преимущество. Сейчас их обмен. Обмен ударами. Одного навстречу, одного в атаке. Победу удали Алиеву. Вітаю з перемогою. Чи важко було подолати суперника? Звичайно. Кожен бій на чемпіонаті України він тяжкий. Треба роботи всі три раунди. Ні секунди віддиху не давати. І супернику, і собі. Постійно треба бути напрягати. Постійно давити. А саме головне, це потрібно отримати на тренуваннях. Буде за вас вболівати у фіналі? У фіналі будуть всі мої рідні за мене вболівати, всі мої друзі, всі мої близькі для мене люди. Я за це дуже вдячний їм. Бажаємо перемоги, удачі у фіналі!